Меня зовут Алла, я живу в городе Таллин в Эстонии. Хочу сказать о тренере метода Сильва Александре. По-русски знаю. Изумительный тренер. Просто бывая на многих семинарах, я столкнулась с человеком, который так умеет преподнести материал, что становится понятно, мало то, что понятно любому человеку, так еще настолько это проникает и достигает тебя в сердце, что ты веришь и идешь вот каждым шагом за этим человеком. Семинар по методу Сильвы совершенно случайно мне попался в интернете, и проходя его, у нас такой замечательный инструктор, что так вдохновленный, все, и все так получается, у нее все как-то от души, и ты как будто живешь в этом семинаре, и как-то все получается, хоть и в самом начале так думаешь, ой, это не, у меня может не получится, но у нас как-то так дружно все получается. Там на семинаре я много вот узнала, и именно, наверное, у меня что-то, какие-то полочки разложились, и стало понятно, что такое даже визуализация. По интуиции, вчера мы проходили как энергетику по предмету, изучали, кто это. И, честно говоря, когда слушаешь вообще первые вот эти задания, и думаешь, что ты не справишься, что это невозможно ни в стенку войти, ни узнать эту энергетику другого человека, что кто это. Но когда подходит это задание, и ты делаешь, и думаешь, говоришь ты ерунду, но оказывается, ты попадаешь почти. Вчера у меня вообще попало 95%. И тоже вот это очень-очень дает силы и уверенность в себе, что ты это можешь. Очень рада, что встретился такой преподаватель, как Александра. Это такой алмаз. Она вот два семинара мы проходили, она каждый раз разная. Она по ситуации, она настолько много знает и так умеет дать понять каждому человеку, кто ты есть, подбадривая его, приподнимая и постепенно понимая, что ты человек. И за это спасибо.